совка огородная. Это бабочка. Она летает, такая серенькая, в ночное время, серая, с белыми пятнышками. Мы принимаем бабочки хорошенькие. Она откладывает личинки около на земле. Личинки превращаются в гусениц, уходят под землю. И потом подгрызает растения. И совки бывают разного. Они бывают и разного цвета, и серые, и зеленоватые, и с желтыми полосами по бокам, и с точками. Разные бывают. Те не так вредны. Вот больше всего нам вредит огородная совка. Вот огородная совка. Она вредит тем, что она подгрызает растения, днем живет в почве, а ночью выползает и питается листьями. А днем подгрызает тихонечко всю корневую часть. И вот у нее характерно, что она серенькая такая. Вот здесь у нее полосочка, вот черенькая. У нее 6 пар ног. Видите? Вот ноги тут у нее. И вот она вредит. Вот это называется огородная совка. Их много. Может быть и капустная, и всякая, всякая. Но вот самое противное вот это. Огородная совка. Она всеядная. Меры борьбы. Вот нужно осенью тщательная перекопка почвы. Тщательная. Во-первых, ее увидишь, можно уничтожить. Во-вторых, есть у нее куколка, такая коричневая, блестящая, с острым носиком. Если взять за бочок у нее, чуть нажать, у нее даже шевелится носик. Поэтому вот основная перекопка. И она погибает, и уничтожаешь ее. А других мер нет, потому что она не живет открыто. Мы не знаем, где она находится. Вот только перекопка.